что ж, дорогие друзья, а тем временем мы готовы представить вам людей, в чьих руках будут находиться сегодня судьбы наших конкурсантов. Представить людей, которые будут оценивать артистическое и вокальное мастерство участников нашего конкурса. Итак, дамы и господа, ваши аплодисменты. Жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024». Народная артистка Казахстана, профессор, обладатель специальной награды президента Республики Беларусь, через искусство к миру и взаимопониманию, председатель жюри Роза Рымбаева. Главный дирижер и художественный... Мою, ты музыку танцуешь, все равно, спасибо. Ерназар Жубан, Казахстан. Браво, Ерназар, насладитесь, пожалуйста, этими аплодисментами. Спасибо. Поздравляем с прекрасным выступлением. Ну, кстати, мы подготовились к нашему с вами общению. Без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось. Не уйдет, казалось это. Не уйдет, казалось это. А теперь... Ты репетитор, что? Спасибо, Ерназар, спасибо, летний амфитеатр. Петь вместе с вами – это огромное удовольствие. Ольга, ты уж прости, но все-таки и балкону хотелось сделать комплимент. 10 баллов! Друзья, ну что ж, предлагаю узнать баллы от нашего профессионального жюри. Ерназар? Ерназар, мы приглашаем вас. Пожалуйста. Итак, баллы от нашего жюри. 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10! Спасибо! Общий балл за первый конкурсный день. 69 баллов. Ерназар Жубан, Казахстан. Ерназар, поздравляем, спасибо. Ну что ж, друзья.